Дети из лагеря детского дома творчества совместно с вожатыми и педагогами подготовили концерт под названием «День памяти, день скорби». На мероприятии присутствовал и почетный гость, участник войны в Афганистане, председатель Десногорского городского совета ветеранов войны и труда Игорь Журавлев. Ровно 77 лет тому назад, вот именно в этот день, 4 утра, немцы перешли границу Южный Буг и напали на Советский Союз без предупреждения объявления войны. Это была очень страшная война, потому что в ней погибло 27 миллионов наших жителей. Причем армия только 9 миллионов, остальные все были гражданские лица. И ваша самая главная задача – это сохранять память о наших солдатах, которые погибли, о ваших дедушках, бабушек и о тех солдатах, которые стояли насмерть здесь, на нашей Десне. Вот на нашем мемориале «Курган Славы» там захоронено 1200 солдат, которых поднимают наши поисковые отряды. На самом деле их погибло гораздо больше, сами понимаете. Это тех, кого мы только нашли. Это и есть память о том, кто сражался, что сделал и так далее. Вот вы поэтому, собственно говоря, и живы, сейчас живете хорошо и вот отдыхаете в данный момент. Только потому, что наши прадеды и деды сложили голову на этих рубежах и защитили нашу Родину. Ребята показали театральные инсценировки, прочитали стихотворения о детях войны. В исполнении детского хора лагеря «Созвездия» прозвучали патриотические песни. Особенно зрителям понравилась песня «Солнечный круг». Давно закончилась война и выросли новые поколения, которые знают о ней лишь по фильмам, книгам и рассказам очевидцев. Но они также любят нашу великую Родину и имеют представление о тех далеких страшных событиях. 4 часа утра напали немцы на нашу страну. Пропало много людей, детей, и мы должны о них помнить и защищать свою страну, чтобы такого больше не повторилось. Об этом не знаю, что началась Великая Отечественная война с 1941 года по 1945 год. В этой войне участвовал мои дедушка и бабушка. Там погибло много людей, 27 миллионов. Мы должны помнить о памяти наших дедушек и бабушек. И чтобы не повторилось такой ужасной трагедии, человечество не должно забывать об этих безвинных жертвах. Мы все должны помнить, что в войне, которую развязывают взрослые, гибнут и дети.